Георгиевский крест на белоснежном фоне с одной стороны полотнища и знаменные эмблемы, отражающие функциональную принадлежность мотострелковой части, на другой. Новый стяг и символ 23-й бригаде вручает командующий 2-й армии генерал-майор Александр Журавлев. В самый ответственный момент плац замирает. Стяг изготовлен из мокрого шелка, латуни и бука. К древку полотнище прибито позолоченными гвоздями. Знаменный комплекс стоит около 100 тысяч рублей. Впрочем, для военных знамя бесценно. Пока есть стяг, живо и соединение. С его потерей часть расформировывается. Знамя 23-й бригады также дополнено 5 лентами. 5 орденов имеет за подвиги, которые совершил в Великой Отечественной войне. 2 орден Красного Знамени, орден Александра Суворова, Богдана Хмельницкого, Кутузова, то есть и Георгиевскую ленту, соответственно, имеет звание почетное, гвардейское. Ну, я вот вам скажу, что Министерство обороны таких частей, ну, может быть, 5-6. Сегодня мы с вами присягаем новому знамени. Как говорил Петр I, кто знамени единожды присягал, тот оного стоять должен. Берегите знамя, берегите честь знамени. Строго по уставу новое знамя будет храниться на первом посту в штабе 23-й бригады, пока рядом с прежним стягом. Впрочем, алое полотнище вскоре передадут на хранение в архив, а новое будет сопровождать соединение на всех учениях, при необходимости и в боевых операциях.